В МБУ рассказали об убытках от блокады Донбасса. Убытки в результате разрыва торговых связей с временно оккупированными территориями составили 1,8 миллиардов долларов. Благоприятные условия торговли и рекордно высокий урожай зерновых позволили частично компенсировать убытки в результате разрыва торговых связей с временно оккупированными территориями, которые в целом составили 1,8 миллиардов долларов в 2017 году и 0,5 миллиардов долларов в 2018. Об этом в пятницу, 8 декабря, заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на встрече с представителями бизнеса, сообщает пресс-служба НБУ. В первом полугодии Национальный банк ожидал значительного замедления ВВП в результате разрыва торговых связей с временно оккупированными территориями. В то же время благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах дали возможность частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, которые в целом измеряются на уровне 1,8 миллиардов долларов в 2017 году и 0,5 миллиардов долларов в 2018, отметил Чурий. Он добавил, что в 2017-2019 годах дефицит текущего года останется на уровне 4 миллиардов долларов, а активность иностранных инвесторов на сегодняшний день все еще сдерживается высокими коррупционными и юридическими рисками. Напомним, ранее сообщалось, что общие убытки от блокирования железной дороги на Донбассе уже превысили 40 миллионов гривен. По материалам сайта news.com.